482 миллиона из федерального и регионального бюджета с марта по май. 6450 медиков получили надбавку к зарплате за работу с ковид-положительными и контактными пациентами. Но перед тем, как выплатить, мы проголошаем лечебное учреждение вместе главного врача и финансово-экономической службы и проверяем, правильно ли произошло начисление этих выплат. Среди получивших выплату есть и медики Центра специализированных видов медицинской помощи. На базе больницы не развернут ковидный госпиталь, но пациенты под подозрением были. За 5 месяцев в медучреждение обратились порядка 17 тысяч пациентов. Проведено 5 тысяч операций. Также мы продолжаем работу по выполнению операций высокотехнологичного профиля. И в этом профиле немножко даже идем с опережением. Практически 300 операций уже проведены. В этом профиле являемся лидерами. В этом году у нас заявлено почти 1000 высокотехнологичных операций. Это операции на тазобедренном и коленных суставах, протезирование в том числе. Пациентка Елизавета Алексеевна Фурашова сделала прорыв в ортопедии больницы. Свои 99 лет заслуженный врач РСФСР пережила одну из таких высокотехнологичных операций. Бывшему врачу-неврологу заменили тазобедренный сустав. Навестить пациентку и подарить ей цветы приехал губернатор Сергей Морозов. Высококвалифицированные врачи, очень высококвалифицированные, оба заведующие и старшие, и готовят молодежь. Это не хуже Чебоксары, не хуже Нижнего Новгорода, но он еще немножко поднять уровень надо, в смысле даже эстетические. Донес просьбу уникальной пациентки врача глава региона до коллег. Вместе с ними уже в соседнем кабинете они, кроме стимулирующих выплат, обсудили дополнительные меры поддержки медработников. К примеру, улучшение жилищных условий. Так, с 2011 года программой «Губернаторская ипотека», которая распространяется на медработников, воспользовались 657 семей. На сегодняшний день у нас Министерство здравоохранения дало списки о том, какие жилые площади требуются по всей Ульяновской области. То есть это порядка 141 квартиры. Из ней порядка 72 квартир – это город Ульяновск, остальные районы. Ни много ни мало – это заявка на 6 тысяч квадратных метров. Губернатор акцентировал внимание на качественную подготовку главных врачей. Сегодня нам важно не только земские медсестры, не просто земские врачи, но для нас крайне важно там укомплектоваться высококачественными, такими хорошо подготовленными руководящими кадрами. Те же самые сбои с выплатами, это же ведь не то, что там где-то плохо было написано. Написано все, как, так сказать, там достаточно понятно было. То, что плохо было выстроено, работа внутри некоторых медицинских учреждений. Попросил Морозов тщательнее проработать и новые правила посещения больниц пациентами в связи с поэтапным выходом из режима самоизоляции. Рената Люлова, Даниил Сурков, Юрий Конихин. Новости Улправды ТВ.